Жизнь тогда имеет значение, когда на вашу попу много приключений. Всем привет, я Елена Летучая, и это программа «Ревизоры». Сегодня нам предстоит проверить ресторан у Людоедыча. Самый непопулярный ресторан в захолустьях нашего города. Ну что ж, вперед. Ой, блядь, жрать хочу, ёбнешься. Я на диете, нахуй, честно, вообще не ем. Так, где там, блядь? Сюда, нахуй, давай сюда тащи. Так, я буду вот это... Все, нахуй, давай. Да, блядь, диете, пизда пришла. Дзынь. Пиздец, 4 евро стоит. Я в ахуе, реально. За что, блядь? Ну, что я могу сказать? Хуёвое обслуживание, краёв не видит. Обидно только, что не ножусь, а так норм. Ну ты тупорылый, Гриша. Дебил, на что ты там спрятался? Тебя ж видно сразу. В смысле? Magic Bullet. Волшебный потрошитель. Ну, я предупреждал же. Я научу вас драться. Здесь нужен блок. Раз! Раз! Здесь нужен контрудар. Показываю контрудар. И... Раз! 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 Сила! Смотри, какой, блядь. На Сашку Белого похож, блядь. Один в один, блядь. Напиши, пожалуйста, первую фразу. Ага, ща! Падла, сука! Паскуда! Нормально. Но лучше добавить уважаемый. На нах! На, сука! Рожденный бегать пизды не получит! What the fuck, мазафака, сука, блядь! Сука! Что с тобой? Он яйцами пёзнулся. Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Где они тут? Звезды хулиганства. Свет в глаза, там вдали, зона риска, мы чисты. Изгорают.